Это делается, чтобы повысить эффективность региональной команды, оперативно реагировать на проблемные вопросы, как я уже сказал, которые имеют место быть, решать их в максимально сжатые сроки. Именно такие требования предъявляются к власти. Изменение такого отношения к делу требуют жители области. Необходима новая динамика, которая обеспечит движение вперед, непременные условия жестко следовать намеченным планам. А вы знаете, у нас есть краткосрочные программы, которые мы совсем недавно принимали. В числе поставленных задач, и вчера об этом еще раз встречаясь с парламентариями, сказал наш президент, это прежде всего повышение производительности труда, раскрытие привлекательности территории, то есть инвестиции, повышение качества управления и реформирование региональных контрольных органов. В изменении областной структуры власти использовалась федеральная модель. Разделяются полномочия губернатора и председателя правительства. В сфере ответственности вице-губернатора-председателя правительства развитие реального сектора экономики, решение всего массива проблемных тем в этом сегменте, также на него будет возложена координация точечных вопросов, имеющих особую социальную значимость. Что хотел бы сказать, здесь очень большая работа проведена и с экспертами, мы определялись в кандидатуре правительства, и все-таки учитывая большой опыт, я очень давно за этим человеком положительно наблюдаю и вижу его возможности, это Александр Михайлович Трилюхин, учитывая, что человек, который возглавлял заводы в свое время в Балаково и в Энгельсе, очень глубоко разбирается в строительном секторе, но и работал в правительстве Саратовской области, сегодня исполняет обязанности главы муниципального образования Энгельского района. Поэтому я считаю, что кандидатура может решить те предстоящие задачи, которые в целом стоят сегодня перед Саратовской областью. Дальше. Должность министра финансов будет упразднена. Функционал переходит к первому заместителю, в данный момент Вадим Геннадьевич Ойкин. Социальную сферу будут курировать два заместителя. За такие направления, как культура, спорт, туризм, отвечать будет Валентина Владимировна Гречушкина. По блоку образования, здравоохранения, социальные и трудовые отношения подбирается кандидатура. Обязанности зампреда Василия Михайловича Разделкина будут расширены и дополнены отраслями промышленности, транспорт, дорожное хозяйство. Общее руководство остается за губернатором. По всем направлениям национальные проекты, взаимодействие с федеральным центром, инвестиции, все базовые отраслевые темы, как стратегические, так и текущие. Исполнение программы комплексного развития отдаленных территорий, программа агломерации, работа с муниципальной властью, постоянные коммуникации с населением. Вы как знаете, успех обеспечивает не только деньги, но и высокий профессионализм управленческих команд. Президент страны поставил задачу в кратчайшие сроки обеспечить позитивные изменения, чтобы люди их начали чувствовать уже сегодня. И это наша общая и главная цель. Рассчитываю на вашу поддержку. Спасибо всем за внимание. Теперь за работу.